любимую церковь. С Новым годом хочу пожелать, чтобы все наши хорошие, самые лучшие желания, они сбылись в нашей жизни. И самое мое большое пожелание для всех, особенно для христиан, это чтобы познавали Бога как любящего Отца, познавали Его сердце, смогли прикоснуться к Его сердцу. Потому что именно когда мы познаем Бога как любящего Отца, тогда мы можем в полноте познать, что такое Бог есть любовь. А когда мы сможем познать, что Бог есть любовь, тогда все наши проблемы, они будут решаться. Вот. И тогда мы сможем больше любить и больше прощать друг друга. А это самое главное.